зрителей, скажем, да? Ну, все мы любим там спорт, спортивный туризм, горы и так далее. То есть сегодня мы хотели бы разобраться, то есть вообще, что себе представляет эта обвязка. Допустим, мы хотим разобраться. Ну, Влад, ты как, например, как опытный, скажем, турист. Не турист, а специалист, наверное, все-таки, да? У тебя есть огромная практика, да? Я бы хотел услышать от тебя, да, чтобы ребята могли задать вопрос. Что собой представляет эта обвязка? То есть при чем тут там 2000 килограмм, даже 1500 килограмм, потом какие-то там технологии, вышивки и так далее. То есть мы хотели бы услышать о вас. Ну, обвязка, горная обвязка, она состоит из двух частей, верхняя и нижняя. Они могут существовать как отдельно, так и вместе. То есть это как? Это нижняя часть. А, нижняя, где пояс, да? Да. Она отваривается через пояс, и эти две стропы проходят через ноги. А это что? Это верхняя часть. Она отваривается через грудь. Сюда проходят руки. Остаются сзади. А, спина. Ну, допустим, если мы вот представляем, да? То есть, сзади как она выглядит? Сзади идет просто скрепление этих двух строп. То есть в этом плане мы как бы нижнюю часть это где ноги, да? Угу. Пропускаем сюда ноги и сначала засовываем вот сюда ноги через главную стропу. А, потом через... вот сюда, в эти две стропы. Они между собой чем они связаны? Вот они идут сзади. Здесь, а, сзади, ляжки, да? Да, да. А карабин или? Карабин уже цепляется вот сюда, вот петли. Между ляжками. Да. А вот здесь проходит веревка, вяжется узел ловли, булин. Понятно. Туда уже цепляются карабины. С помощью булинга остаются две страховочные как конца. Один длиннее, другой короче. Также вот здесь могут висеть запасные карабины. Вот здесь на поясе запасные карабины. Понятно. А вопрос есть или? Сколько килограммов держит? Ну, смотря какая обвязка. Но вообще обвязка должна выдерживать 2000 килограмм. Так как большие нагрузки, особенно в горном туризме. Вместе с рюкзаком, да? Нет, рюкзак здесь не входит. Это она выдерживает нагрузку 2000 килограмм. Не, когда ты идешь там, процессы там, путешествия, они отдельно будут, отдельно носят ребята? Вязка, она лежит в общем снаряжении. А, понятно. Ну, спасибо. Есть еще вопросы?